86-м лицее, сравнительно недавно. Значит, я учусь в этой школе очень давно, с первого класса, то есть я тут уже 11 лет, привыкла к этому месту. И вообще, школьные годы – это самые лучшие годы в моей жизни. Школьные годы были очень суровыми, но мы все их успешно преодолели. Кто-то более успешно, кто-то менее успешно. Вообще, я хотела сказать о будущем. Я все еще не определилась, с кем я буду и что хочу. Но я знаю, что буду путешествовать. В будущем мне бы хотелось стать инженером-строителем. Но хватит обо мне. Вам, мои дорогие одноклассники, я желаю, конечно же, успешной сдачи экзаменов. Ну, и, как говорится, счастья, здоровья. Удачи!